В Алматы тысячи крыш, и только на одной из них расположился настоящий кинотеатр. Любители большого экрана собираются вечером под открытым небом на крыше Дома офицеров в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Каждый день здесь показывают культовые фильмы всех времен и народов. Причем зрители сами выбирают картину, и язык показа на предварительном голосовании в соцсетях. Народ привлекает и весьма романтическая обстановка. Я подумал, это очень замечательная идея, потому что, ну, не само кино, даже атмосфера замечательная. То, что ночь и улица на высоте. Всего на крыше 50 посадочных мест, поэтому список гостей составляют заранее. Также есть правило – запрещено курение и распитие алкогольных напитков. Идея создания подобного заведения принадлежит алматинцу Андрею Гафарову. Сначала он поделился задумкой с друзьями, но позже выяснилось, что желающих посетить такое место много, и тогда принялся воплощать проект в реальность. Сложность состояла только в одном – в аренде помещения, то есть найти такую крышу, найти такую площадку. Это затратило много времени, конечно. Рассчитывали открыть в начале лета, не получилось. Это в середине лета мы только смогли организовать, все достроить. В планах Андрея Гафарова организовать здесь арт-хаусный кинотеатр, где критики, режиссеры и зрители смогут обсудить редкие киноленты. И хотя уже совсем скоро наступят холода, организаторы не расстраиваются, а ищут идеи для зимних вечеров на крыше.